Гульнар, а как подругу зовут, которая к нам приезжала вчера? Маша. Маша? Угу. Красивое имя. Обычное. Как у нее вообще дела? Как она там? Переписывались с ней? Нормально все у нее? Нормально. Ну ладно, хорошо. А что ты спрашиваешь? Да, я просто спросил. А с работы как у нее? Нормально работает она? Не надо там ничего помочь ей? Работает. Нормально все? Что за вопрос? Что за интересный? Да просто спрашиваю, ну просто интересно. Ну, это твоя лучшая подруга, наверное? Нет. Ну, не лучшая. Давай. Все нормально. Давай ее к нам пригласим. Зачем? К нам пригласим ее. Зачем? Ну, просто посидим, познакомимся, еще пообщаемся. Хотел бы ее еще просто увидеть. Ты адекватная? Все нормально? Да, нормально все. Чего ты так спрашиваешь? А живет где она? В соседнем доме. В этом доме живет? Угу. Удача. Какая удача? Удача для нее, что она здесь рядом живет с нами. Сереж. Ау. А парень есть у нее? Нет у нее парня. Точно, что, точно, точно удача. А? Точно удача. Что за вопросы такие? Все, что за... так интересуешься? Все, забей, нормально все. Нет, я сейчас...